В тот же день, когда Крым обзавелся новым министром транспорта, стало известно, что Сергей Аксенов уволил начальника государственного казенного учреждения службы автомобильных дорог Республики Крым. Александр Нефедов отстранен от должности после очередного осмотра объектов федеральной целевой программы развития региона и участков дорожного строительства в Симферопольском районе. Просто уже вопиющая ситуация, но, к сожалению, наши коллеги продолжают огорчать меня там персонально, но это вообще выходит за рамки уже там приличия, поскольку все графики вчера были опять актуализированы. Всех переспросили 10 раз по поводу вышел, с какого числа выходит подрядчик. Графики дали. Вы сами видите, ни на одном объекте практически работы не велись. Сергей Аксенов считает кадровое решение справедливым, поскольку, по его словам, глава службы автодорог Крыма на объектах строительства не появлялся. Полный там хаос вообще. Причем всеми службами это все согласовано. Причем те даты, которые должны быть вот на сегодняшний день, абсолютно пустые все клетки. То есть, как бы, и опять же согласовано всеми службами. Начальник службы автомобильных дорог, вы видели, на дорожных объектах не появлялся. Подрядчика спрашиваем, хотя мы договаривались. То есть получается, что больше всех времени это у меня сегодня есть. И, ну, если коллеги думают, что я буду за них работать, но они глубоко ошибаются. Поэтому в данном случае решение справедливое, принято. Но придут те люди, которые будут отвечать за действия свои, за свои слова. Служба автомобильных дорог Крыма была создана в 2015 году, находится в сфере управления Министерства транспорта Республики, содержит и развивает сети автодорог на полуострове, является государственным заказчиком комплекса дорожных работ. Александр Нефедов занимал должность руководителя государственного казенного учреждения с декабря 2018-го. Напомним, в августе этого года также во время рабочей поездки глава Крыма распорядился объявить Александру Нефедову выговор за низкое качество подготовки документов и отсутствие организованной работы на объектах. Сергей Аксенов уточнил, что при необходимости будет принимать подобные кадровые решения и в дальнейшем.